Дарова дягбу. Айнын бидан. Эравинум умут. Эудиторам кучеп. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы будем учить слова на венском языке на тему свойства, качества человека. Ай. Ай. Хороший. Нот. Нот. Красивый. Ичен. Ичен. Зоркий. Энги. Энги. Сильный. Мэргыч. Мэргыч. Умный. Хавай. Хавай. Знающий. Хинма. Хинма. Быстрый. Хокач. Хокач. Хвастливый. Олег. Олег. Лживый. Мэдэн. Мэдэн. Чуткий. Кэняли. Кэняли. Плохой. Удай. Удай. Медлительный. Эвэч. Эвэч. Веселый. Айин. Айин. Быстроногий. Икэлэн. Икэлэн. Голосистый. Оралчимга. Оралчимга. Оленевод. Оральчимга мэдэн. Оральчимга мэдэн. Оленевод чуткий. Буюсымга айын. Буюсымга айын. Охотник быстро бегает. Буюсымга. Буюсымга. Охотник. Нот асаткан. Нот асаткан. Красивая девушка. Нот бэй. Нот бэй. Красивый человек. Нонган аканни эни. Нонган аканни эни. Его брат сильный. Нонган аманни эни. Нонган аманни эни. Его отец сильный. Мин би нову хенма. Би нову хенма. Мой брат быстрый. Мой брат быстрый. Нонган хо олек. Нонган хо олек. Он очень лживый. Нонган эканни эвэч. Нонган эканни эвэч. Его сестра веселая. Нонган эненни икалын. Нонган эненни икалын. Ее мама хорошо поет. Эрэвинунгумут эудивторову куттып. Эк, бахалдарик лауристала, дагреть. Сегодня мы выучили слова на венском языке на тему свойства и качества человека. До свидания, дорогие друзья!